Прошу прощения, что неожиданно, но я тоже хочу сказать слова благодарности. Все-таки 11 лет училась. И хочется сказать на самом деле большое спасибо нашим родителям, которые всегда нас поддерживали, которые всегда нас мотивировали, поддерживали нас в любых ситуациях. На самом деле, мы очень хотим, чтобы родители нами гордились, и мы очень сильно трудились, чтобы получить эту медаль. Лично для меня это была цель всю мою сознательную жизнь. Учителя все, что мы родители так помогали, самые лучшие. Спасибо вам большое за то, что вложили в каждого из нас частичку себя. Конечно, обидно, когда на сцене стоит человек, который за весь год не рассказал ни одного урока, ни одного ответа. И по счастливой случайности это точка за районом нашего района. Я уверена, что Исхаляк Азмитович не знал об этом, поэтому я вам об этом рассказываю. Я хочу пожелать всем медалистам ценить свой труд, потому что мы это заслужили. Спасибо. Дорогие выпускники, еще раз примите поздравления с успешным окончанием школы. Просим занять места в зале.